Министерство внутренних дел Украины опубликовало заявление о последней ситуации в стране. Согласно сообщению, в министерстве заявили, что обстрелы Харькова продолжаются. Ситуация в Чернигове напряженная. Под Харьковом был уничтожен 488-й мотострелковый полк. Однако город продолжается подвергаться обстрелу. Ночью были нанесены авиаудары по югу Украины, Измаил, Южный, Килия, Белгород-Днестровский. Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины. Погибли десятки российских военнослужащих. В ходе двухдневного боя за Гостомель погибло более 50 военных 31-й отдельной гвардейской бригады особого назначения из Ульяновска. Украинские военные захватили большое количество военной добычи. Город Гостомель находится под контролем украинских войск, добавили в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.